Погружайся в мои сны, это мосты, где все реально. Мы сегодня с небом, но ты, наши мысли зеркальны. Собак кусаясь, тянут глубь ночи, раны залечи, обнажая все запретные желания. С одеждой падают от твоего сердца ключи. Это линия. Класс. Я стану твоим первым любовью первой. Основная идея клипа состоит в том, что я воздействую на девушек благодаря своей музыке. Я как их шестое чувство. Появляюсь в определенный момент, заставляю их чувствовать, переживать. Мира лежит вот так, и она будет вниз опускаться. Почему она опускается? Потому что ты над ней. Вот так. Вот должно быть ее лицо, прям твое вот здесь, понимаешь, да? Вот, потом поднимаешься, и она прям будет касаться почти твоего лица. Короче, а по ракурсам сейчас я покажу. Изменяйся во мне, в этой тьме, сплетены в одно целое, словно кто-то из мер. Эхом шумел, мы становимся смелыми. Раньше не было так, знаками пишу чувства внутри. Новыми звездами будем не болотать, ты только мои не сотри. Запомню тебя наизусть, я выпью всю твою грусть, я сам себе признаюсь, я ты навсегда в моей памяти. Растворюсь без осадка, так сладко, вешу на сердце припадки. Ты так не смотри, я в порядке, я просто горю в твоем пламени. Своего, смотри, сейчас ты будешь очень красиво делать. Ого, кипортал отлично. Это ты его смешил в этот момент. А мне нравится. Сегодня мы снимаем очень необычную работу для нашего совместного творчества с Алексеевым, потому что она мистическая, она очень сексуальная, потому что такая именно песня, она очень фэшн, и мы не делали ставку на сюжет, а делали ставку на ощущения, на атмосферу и эмоцию. И мы, мне кажется, классного персонажа с ним нашли. И он такой, собственно говоря, и есть, и я очень рад. Я чувствую, что я взрослею, чувствую, что сегодня мы покажем меня несколько с другой стороны, возможно, даже с той, которой от меня совершенно не ожидали. Это танцевальная песня, жанр новый для меня. И я очень рад, что у меня была возможность поработать в этой стилистике. Мне кажется, что все получилось очень органично. Цвет такой себе техно-вечеринки. Я думаю, что вы будете удивлены. Выходишь сюда. Раз, два. Тум-шик. Раз. Ты смотришь на эту лужу. Лужа будет вбита вся, и это будет круто.
вообще офигенный. Коленка целая. Быстро обняли. О! Вот это я понимаю. Пойдемте. Переходим на паркинг. Beautiful. Thank you very much. We done. Guys, ребята, съемка закончена. Спасибо большое. Такие фирмовые кадры. Ребяточки, спасибо вам большое. Всем, всем, всем. Счастливо, мы закончили. Тоже большое. Спасибо большое.